Давай тут тут почему игра? Хан, поставь метку, где вы садитесь. Сейчас свистело, блин. Хочешь проверить? Прям интересно было посмотреть. Нет, нет. А мы как идем по ГРУ? Да, он метр по нас. Просто идемте пока. Значит, идем вдоль трассы. Ориентир, два холма слева-справа. Это вот РМ1, РМ2. Да, идем. СПН, мы тут с ГРУшником сейчас перемешаемся. Да, мы уже со всеми перемешались, здесь идет два отряда. Бинокли, пожалуйста, у кого есть бинокли, всматривайтесь вот в эти холмы, потому что нас могут сейчас пострелять с них. Нам это не надо. Скорее всего, я думаю, СПН будет где-то около склада или наоборот, они меня отступят еще в триггер. СПН на тачку? Для начала нашей задачей было захватить данный склад. Там находилось нужное снаряжение, ПНВ-хи, вооружение, нормальные стволы, а затем уже идти в основной город и захватывать позиции там. На западе вроде воевали. Ранее, где мы будем проходить. Макс, раннего подхватить? Так вижу, на втором этаже тюрьмы бегает. Второй этаж тюрьмы, да? Он не работает. А первый этаж пустил. Они только там в заборе будут сидеть, да? Да, за забор. Ты сам на первом или на втором? Второй этаж, брат. Лапкин спускается к тебе на втором этаже, он сел на лестнице. Ты перевязываешься. Лапкин, ты перевязываешься. Лапкин, связь. Я, кажется, противник, надо убивать его. Там труп валяется на первом этаже. Это мы что так правильно лавки. Меняем план. Так, вижу пеха, блять. Это вроде свой бегает там сзади. Он не может. Кого-то ранили нашего. Под вышкой, под антенной. Это ранили. Так а на камне паркуют не свои, что ли? То есть это были враги? Свои, свои. На камне свои. Камни свои. Может быть на востоке от вас на камнях? Врага ёбну. Вот. Стреляет. Это я ёбнул. А, ты ёбнул. Ну кто-то из наших дохлых лежит. Какой-то пех прошел за шаром вот этим, за домиком шаром. Я на чёрный ёбнул, челик. Проверьте, блядь, мало ли он живой. Сейчас гривну накину. С тобой, Егор, я пушу, смотри. Давай. Мёртв. Он в открытую, не могу посмотреть, кто. За гаражом у вас тип. Гараж с синей дверцей открытый. Кто-то там прятался от вас. Слева от яйца вот этого шара. Егор, живой? Пушит тебя, дик, пушит, дик. Дот двухэтажный, дот двухэтажный, мрак. Гранаты на территорию закинь. Так, блять, диги разъебало, мрак. Там гараж, понял? Обычный гараж. Вот где-то она сейчас вторая взорвала. А, ты живой? Он просто по вам пострелял. Это он Егор за гаражем лежал. Убил. А, Егор разъебал, я понял. Пусти его. Так, я на территории. Враг, живой? За белым кругом.
Он упал. Нет, не упал. Дым кидает. На территорию не заходи, кинули гры. РПГ летит. Попало в эту, в антенну. Блять, сильно правее. Цель стоишь? Пришел. Здесь непонятно, в какой момент я его ранил, через дым или нет. Он валялся в 300, а потом дотек. Диги, по-моему, разъебал. Блять, я нас шоу. Ну а хуй ты не отвечаешь, Диги? Я отвечаю. Пошла, а Диги уже тут. Диги, там на крыше кто-то ходит. Вот здесь, что ли? Больше трубы пускать не будете? Нет, все, все. Либо за территорию, я не пойму, башка ходит за на крыше. На белой крыше? Наверное, да. Я ему дал плюшку, он ранил, но он ушел от меня. Ты в доте, да, Диги? Нет, я... Вот опять ходит. А, вижу его. Да, слушай, он похож на своего мужа, прям ходит в ствол так. Хер, я смотрел в нашу сторону. Я за белую захожу. Он видит, что я... просто за зданием он высовывается. Все, все, все. Я понял, про кого ты говорил. Это был Барс, это был Барс. Он типа влево-право ходил, ушел. Влево-право ходил, ушел, да? Ну, вроде ушел, да, теперь. Но я ему дал тычку, надеюсь, он жив-то. Ты в здании, Диги, уже? Ты? Нет, нет, я за зданием. Либо на второй, либо на первый кидай. Там похуй, думаю, он его разъебет. На первый кидай. И убегай далеко-далеко, убегай далеко-далеко. Ой, хорошо. Все, все, Никита. Это свай на борде. Мрак-то жив? Что? Да, он нахуй здание снес этот ТНТ. А сам-то живой там? Похоже, нет. РМ, заходим сюда на склад и лутаем ПНВ. Кроме там ПНВ есть что-то еще? Куча ящиков. Мина, снаряд, светитель. Здесь ПСО, ебать, я ПСО забираю. Шайтан. Сюда. У нас тут шайтанка есть большая. Я иду. Барретт будешь? Барретт? Барретт, да, ну я же сказал Барретт. Я не слышал, я иду. Так, РМ, у меня есть 4 ПСОшки на ваши калаши. Я вышел наружу, на юг. Подойдите ко мне, я дам вам ПСОшки. Пойдем. Харка, дай ПСО. А ты где? На юге. Патроны выложи. Ну, штурмовать. Метка РМ1 стоит. Юга, да. Юга. Азиму 200, короче, двигаем. Какой Софи тоже оптика. Да. Софи, чтоб ты понимал, у нас у всех сейчас оптика. У нас 5 человек, 5 оптик. Сам все задаем. Так, да, ебать, ну хуярит, конечно. Просто пойму, куда он едет, называется. Ну, ищите цель, смотрите. Шайтан, смотри, что стреляет. Так, я ухожу западнее, там проще всего спуститься будет. У меня нет вообще ничего, ни таблички, ничего нету. Кстати, вот эта хуйня рядом с нами катается, по-любому сейчас на нее РПГшники пойдут. С города, то есть навстречу к нам. Мальчик, уже мог, да, уже час прошел. Блять, меня танк оглушил.
Я чуть не сдох сейчас. Было. Тут проблема в том, что близко стоишь, ты можешь ванкап упасть. Так он подъехал ко мне сзади и выстрелил в упор, блядь. Ну да, да, да. Поэтому бойтесь. На втором вижу труп лежит в стройке у вас. А, сдох, значит, да? Ну или убил его этот круассан. Черп. Просто хуило, блядь. Ты прикинь нахуй. Я ему в голову даю, он, блядь, еще встает, блядь, он умудряется, блядь, ранить. Так, блин, я кого-то вижу, не понимаю, свой чужой. Сейчас что-то стемнело, я не вижу, ну, понял эту разметку на прицеле, это просто жесть. А НН нажми. Да и она мешает. Я прохожу дальше этот, вот. Что, там ты стреляешь, да? Да. Вышка стоит вот этот. Вот под ней, короче, эти железные такие эти стоят. Одноэтажные. Поле, ты живой? Никого есть там? Шайтан. Это, ты говоришь, триггер чист? Я не говорил, я на своей позиции на снайперской. Мне кажется, остался тот, который по центру города на перекрестке. Потому что тут уже много своих лазит повсюду. Актуально КВ? Платва, у нас противник лежит перед нами, под знаком. Он живой, да, он живой, добиваю его. Под круг никуда. Док связь. Далеко, далеко. Направо-то надо было повернуть. Пацаны, можешь меточки белые ставить, зачищенные? А, ну в принципе мы, блядь, ладно. Там флаги должны меняться, наверное. Еще раз, либо он поменяется на красный, либо пропадет. Если что, то я иду. Там Урал к вам какой-то едет.
И его выбили. Ох, блин. Зря он туда поехал, этот Урал.